В Барнауле в субботу перекроют движение на проспекте Ленина. Во Всероссийский день бега жителей и гостей краевой столицы приглашают принять участие в кроссе наций. Маршрут будет проложен по Ленинскому от проспекта Строителей до улицы Никитина. В связи с этим с 9 до 16 часов участок перекроют, а автобусные и троллейбусные маршруты изменят движение.